Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И огромное вам спасибо за поддержку. Все мы знаем прекрасно, что сон, он исцеляет. Это когда хороший, здоровый и крепкий сон. И наоборот, когда бессонница, это расстройство, обострение, болезни, ну, прочие вещи такие неприятные. Вот человечество уже много времени, много лет борется с бессонницей. Но по сути это борьба с самим собой. Да, конечно, можно там принимать какие-то снотворные там, и прочие какие-то там чаи какие-то, травы и так далее. Но важно очень понимать, откуда бессонница вообще. Всеми процессами управляет наш разум. Да вообще, вот всеми процессами управляет разум вот в любых масштабах. Если брать, например, вселенский масштаб, то все процессы, происходящие во Вселенной, они управляются вселенским разумом. Процессы, происходящие на нашей матушке Земле, они управляются планетарным разумом. А с нами процессы, происходящие в нашей жизни, все, что происходит с нами, это все управляется нашим собственным разумом. Если у человека бессонница, это значит, что разум, он немножко неправильно настроен. Его очень легко перестроить на самом деле. Разум – это такой мощнейший инструмент. Вот на его основе, вот отсюда, все, вышла вся цивилизация, все инструменты, то есть вся техника, технологии и так далее. Наш разум, он выдает нам идеи грандиозные какие-то, мысли какие-то. То есть создает все, что мы захотим, славливает какие-то другие мысли из Вселенной, перерабатывает их, улучшает и выдает. Но когда мы ложимся спать, часто бывает так, что человек, ну, он просто отодвигает, пытается отодвинуть разум. Мол, все, не мешай, я сплю. Но это так не работает. Если разум не участвует в каком-то процессе, если вы его не задействуете, ну, так устроен человек, что он сам начинает вам что-то подбрасывать. Поэтому человек, когда ложится спать, пытается уснуть, пытается от всего вроде бы как отойти, а разум ему начинает подбрасывать какие-то мысли о делах, там, какие-то переживания, там, которые человек начинает развивать. Что нужно делать? Нужно разум подключить к процессу засыпания. И сделать это очень легко. Когда ложитесь спать, закрыли глаза и начните путешествовать. Вот такое, создайте виртуальное путешествие. Посетите города какие-нибудь. Лондон, Париж, там, Сургут. Вот там, где вы не были, вот просто ощутите, почувствуйте, представьте, что вы по улицам города какого-то идете или едете. Разум быстро подключится к этому процессу, будет выдавать вам все картинки. Даже если вы в каких-то городах не были, вам будет выдаваться вот эта картинка, вот как вы это ее представляете. Можете там путешествовать на самолете, по реке где-то, даже в космос можете лететь. Только не создавайте каких-то негативных сценариев. Ну, что, мол, вас кто-то преследует, или еще там какие-то трагичные вещи происходят. Такие безобидные картинки, которые, ну, просто вас, скажем так, расслабляют. Представьте, что вы летите, например, где-то там полет на самолете, или без самолета даже просто, над тайгой, над горами, там, над океаном, над какими-то городами. Разум очень быстро, как я уже сказал, в этот процесс подключится. И через некоторое время это плавно перейдет в сон. И вы очень хорошо выспитесь, а утром будете чувствовать себя прекрасно. Будете полны сил и бодрости. Вот такая вот очень хорошая и полезная практика, друзья. И еще. Вот есть одно слово, очень сильное слово. Оно может убить любую порчу. Да и вообще любой негатив. И вы можете проверить это прямо сейчас. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.